главный тренер сборной Болгарии Георгий Пошков и капитан команды Милена Томпсон. First of all, congratulations for the team progression. The first winning in the qualification round. I'm sure that with this kind of difference, they're going to be that team in our group. Прежде всего, я хотел бы поздравить команду России с первой победой в квалификационном раунде. Я думаю, что команда из России сможет победить каждую команду в нашей группе. About our team, we have some problems with our offense because of the many missed open shots. Usually we have players to do this job excellent, but in this game we missed a lot of open shots, also some layups under the basket. Что касается нашей команды, то у нас были проблемы в нападении, мы пропускали, не забивали очень много открытых бросков, у нас были проблемы с бросками из-под корзины. Обычно у нас нет проблем с бросками, игроки забивают такие мячи. But today maybe because of the good defense, for sure, and maybe because of the bad luck, we made just 14 points, it's not our game. Но сегодня из-за хорошей защиты, прежде всего, и может быть из-за того, что нам не везло, мы набрали всего 40 очков, но это не наша игра, обычно мы играем лучше. For sure, the Russian team is a very good team, but this is not our game. We missed a lot of shots, and our game is much better than that. And I hope in the rest of the games we can show what we can do. Конечно, команда из России очень сильная команда. Сегодня мы сыграли не в свою игру, мы пропустили много, забили много бросков, и в конце немножко мы все-таки смогли показать нашу. Единственное, что мне кажется хорошим в этой игре, это то, что 12 игроков из сборной команды России, 12 игроков из моей команды сегодня появились на паркете. Главный тренер сборной России, капитан команды Евгения Гринькова и руководитель команды Мария Черепанова. Сейчас для начала вступительные слова. Прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто болел за нас. В такой потрясающей атмосфере и в такой обстановке сыграть плохо просто невозможно. Спасибо, вы нас поддерживаете, вы нас гоните вперед. Мы старались, думаю, что дебют получился неплохим. Спасибо игрокам, была полная самоотдача, они плохо защищались. Будем работать дальше над исправлением на отдельных недостатках. Не судите нас строго, мы совсем недавно собрались, мы совсем... совсем недавно стали играть вместе. Ну, Сан Саныч все сказал, наверное. Причем к нашей победе была действительно хорошая защита, что дало нам возможности добивать легкие мячи, дало больше уверенности в нападении. Безумно мне понравилось наше сегодняшнее, да, как мы сыграно смотрелись, уверенность под кольцо забивали. И если мы будем так дальше продолжать, у нас впереди, надеюсь, хорошее будущее. Спасибо всем за поддержку. Просто хочу сказать, что хороший матч, хорошее начало. И, конечно, хочется услышать слова нашего президента Федерации. Ну, я хочу прежде всего, конечно, вас поздравить. Конечно же, я хочу поздравить девчонок, хочу поздравить тренера. Прекрасное начало, и спасибо огромное городу Екатеринбургу. Я еще 3 месяца назад в
говорил, что мы обязательно приедем к вам, обязательно национальная сборная здесь играет. И ни мы не разочаровались, и я думаю, что Екатеринбург получил удовольствие, полный зал, зрители прекрасно болели. Это та атмосфера, которую я желал, хотел видеть на матчах сборной, и сегодня все это оправдалось. Поэтому поздравляю вас, ребята, не расслабляемся, идем дальше, и, конечно же, удачи в матче со Швейцарией 25 числа. Спасибо. Более, что следующие две домашние игры будут только на следующий год, поэтому сейчас, наверное, рановато немножко планировать, но главный, конечно же, главный ключ – это там, где нас будут смотреть, там, где люди любят баскетбол, поэтому я уже говорил, мне очень хочется, чтобы наши зрители, наши болельщики имели возможность увидеть наших игроков и увидеть их в России. Поэтому Екатеринбург на 5 баллов, двигаемся дальше. У меня вопрос нашел, мы вчера разговаривали с вами насчет сегодняшнего матча, то есть вот все получилось, как мы планировали сегодня. Ожидали вообще, что с таким преимуществом было ли в Нет, не ожидали, потому что эту команду мы никогда не видели и не знали. Просто выполнили установки тренера и все. И сама дача, конечно, защита. Ну это каждый дебют сборник, то есть вот, говорят же, как начнешь, так и проживешь, то есть вы довольны? Я довольна сегодняшней игрой. Дальше будет видно, будем работать. Вы могли бы почаще с ней перед такими играми? Еще вопрос? Спасибо большое. Спасибо.